Мягко стелют, ровно кататься. На площади Куйбышева заливают главный городской каток. Специальная ткань-подложка – залог будущего ровного льда. А при заливке она работает как снежная подушка, не дает воде рассечься по асфальту. Сначала вручную обрабатывают края ткани, чтобы они не топорщились и их не задувало ветром. И только после этого идет машина и заливает весь каток. Машина с так называемой гребенкой проливает слой за слоем, пока толщина льда не достигнет 15 сантиметров. Лед отшлифуют, а по периметру установят деревянное ограждение. Всю зиму сотрудники спецремстройзеленхоза будут следить, чтобы лед оставался ровным. Обязательно будут заливаться катки, выравниваться, потому что могут появиться трещины, потом коньками будут какие-то повреждения. Обязательно будут подметаться, потом подметается сначала, выравнивается каток, и ручная обработка нужна, и щетками идем, а потом заливаются обязательно. На площади будет два катка общей площадью больше 5000 квадратных метров. Для удобства горожан здесь установят павильоны, где можно переобуться и выпить горячий кофе или чай. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».